Привет, это я, Арсений. Сегодня мы узнаем, как скачать Майнкрафт 13-ю версию. Прикиньте, 13-ю, но не 12-ю. 12-я вышла давно, ну недавно. Недельки там несколько. Ну, у нас сегодня будет 13-я версия, представьте. Смотрите, заходите в Chrome. Заходите на этот сайт, ссылка будет в описании. Вот видите, Майнкрафт. Коверсия. Вот тут должно где-то быть. Прошивка 2, 3 или выше. Рут не потребуется. Версия 0.13.0. Нажимаем скачать. И тут у вас высвечивается такое: оригинал и мод бессмертия. Лучше выбирайте оригинал, потому что мод бессмертия — это фигня полная. Вот это вам высветится какая-то ерунда. Скачивайте любым способом, можете через ES-проводник. Его можно будет набрать в Плеймаркете и скачать, и нажимать скачать Майнкрафт, и через ES-проводник можете скачать. Я напишу в описании, как пишется ES-проводник. Сейчас подождем немножко. Следующее видео будет про то. Честно, я даже еще не знаю. Я просто недавно узнал, что как можно скачать 13-ю версию. Ну, вы поняли. Так, смотрим, у нас скачалось. Нажимаем открыть файл. Установить. Видите, Minecraft Pocket Edition. Устанавливается. Открыть. И тут вы видите Minecraft. Все. Тут вы ставите, качаете скины, и вы видите, что тут 13-я версия. 13-я. Скажите, классно. Альфа. Ну, доказываю, что оно работает. Вот. Вот видите, все работает, все отлично. Что тут нового? Будет в моем новом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока.